Не просто борьба за звание чемпионов, а большой спортивный праздник для юных футболистов. На малой спортивной арене стадиона «Торпедо» собрались мальчишки и девчонки со всей области. В том числе ребята из детских домов и социально-реабилитационных центров. Их объединяет любовь к футболу и мечта стать чемпионами. Для детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, благотворительный фонд «Ветер добрых перемен» организует по всей стране большие спортивные праздники с участием звезд российского футбола. Чемпионат победителей во Владимире состоялся во второй раз. Проводят его при поддержке правительства региона в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография». Футбол – это самый массовый вид спорта. И, безусловно, сегодня большой праздник для региона. Но самое важное – это хорошая мотивация для нашей подростков. Молодежи, для наших детей, когда они видят живые примеры наших легенд. Город Владимир один из самых наших любимых, потому что мы второй раз здесь, нашему проекту здесь хорошо, в том числе потому, что нас вот спасибо хорошо принимают, в том числе благодаря позиции губернатора и правительства области. Ну, очень комфортно работать, потому что, ну, люди все делают для того, чтобы у детей был праздник. Поэтому нам тоже очень приятно здесь находиться. У чемпионата победителей насыщенная программа. Начинается фестиваль с турнира. В этом году за звание победителей сразились 8 команд. Ребята из Муромского детского дома во второй раз принимают участие в чемпионате победителей. Во Владимир приехали мальчишки, которые очень много времени проводят с мячом на поле. И в их детском доме это увлечение воспитатели поддерживают. Они, когда играют в футбол, очень увлечены в основном. Вот. И вроде бы живем в одном доме, да, а вот две команды встречаются, и все равно получается такое трение. Так что вот самое главное, чтобы они не просто играли в футбол, а понимали, как играть в футбол. Вот, и имели цель, а цель всегда выиграть. Рядом с ребятами на турнире легендарные футболисты. Во Владимир на чемпионат победителей приехали Евгений Алдонин, Александр Мостовой, Георгий Щенников. Звезды футбола рассказали о своем пути в большом спорте и провели для детей мастер-классы. Я всегда говорил, потому что не все же начнут или станут футболистами, да, у всех никто не знает, как сложится судьба, как жизнь впереди будет, поэтому главное, чтобы они получали удовольствие от того, что они делают, да, в частности, они выходят на футбольное поле, хотя все знают, что это тяжелейший труд, футбол, да, ну, я имею в виду на профессиональном уровне. Ну, я думаю, самое главное, это их замотивировать, да, дарить им радость, то есть на наших примерах они могут понять, что мастерами не рождаются, а мастерами, прежде всего, становятся. Вот. И я думаю, что здесь соревновательный этап – это все-таки на второй план уходит, а прежде всего праздник. Праздник, на котором каждый ребенок может почувствовать себя чемпионом и даже выйти на поле со своими кумирами. По традиции завершился чемпионат победителей голоматчем. Со звездами футбола сыграли ребята с ограниченными возможностями здоровья. Итог особенной игры – 1-1. Победила в этот день дружба и любовь к спорту. Ирина Шульга, Алексей Кандалов, телеканал «Вариант».